Извлечение камня глупости, операция глупости – картина, уверенно приписываемая нидерландскому художнику Иерониму Босху. В авторстве Босха можно было бы усомниться. В 20 веке так и было, если бы не весьма характерный пейзаж на заднем плане. Если это и впрямь так, то картина представляет фольклорную линию в творчестве художника и посвящена людской наивности. Здесь изображена процедура извлечения из мозга камня безумия, типичное шарлатанство целителей того времени. Это первая из дошедших до нас его картин, приближенно датировалась ранее 1480 годом. Возможно, ее доделывал какой-то ученик Босха. Картина пользовалась успехом, известно 4 ее копии. Последние исследования позволяют датировать ее 1494 годом или позднее, выставлена в музее Прадо, Мадрид. Мы видим 4 человек на фоне характерного средневекового европейского пейзажа. Голландское выражение «иметь камень в голове» означало быть глупым, безумным, с головой не на месте. Сюжет удаления камня глупости прослеживается в голландских гравюрах, живописи и литературе вплоть до 17 века. Задумчивый специалист с воронкой на голове ковыряется неким инструментом в голове упитанного бюргера, производя ему трепанацию черепа. Во времена Босха существовало поверье: сумасшедшего можно исцелить, если извлечь из его головы камни глупости. На картине, вопреки ожиданиям, шарлатан достает не камни из головы, а тюльпан. Еще один цветок лежит на столе. Установлено, что это тюльпаны, а в средневековой символике тюльпан подразумевал глупую доверчивость. Рядом стоит заказчик операции в монашеском одеянии, с кувшином в руке, а напротив женщина со скептической улыбкой и книгой на голове. Вероятно, здесь высмеивается персонаж ярмарочного фарса. Перевернутую воронку, надетую на голову хирурга, объясняли как намек на рассеянность ученого мужа. Но в контексте фарса она, скорее всего, служит признаком обмана. По другой версии, закрытая книга на голове монахини и воронка хирурга, соответственно, символизируют, что знание бесполезно, когда имеешь дело с глупостью, и что врачевание подобного рода – шарлатанство. Обращает на себя внимание искусно вырезанный золотой готический текст выше и ниже рисунка, который означает: «Мастер, вырезай мне камень, меня зовут Любертас». Любертас – нечто вроде Иванушки-дурачка в голландской литературе.